Всем здорово, ребят. Какая-то хрень прицепилась после роллинга. В общем, что у нас сегодня веселого? Веселого у нас очень много. Добавили на английском сервере плюхи, я вам их показал. Ну, помимо этого, после этого добавили еще один обалденный пак. Так, давайте заберем плюхи. Мы вот переролили сегодня с вами 300 тысяч самоцветов на нового героя. Роллинг вы увидите. Сразу же после роллинга я постараюсь запилить вам этот видос. Вот это плюшки, которые я получу. Ну, такие себе, да. Вот здесь за найм. А вот эти вот плюхи дали просто так. За один самоцвет... Просто вот апдейт гифт, на Тайване этого не дали, я только что заходил на Тайвань, смотрел, там этого нет. А здесь дали вот эту вот халяву, топовую халяву за один самоцвет. Я надеюсь, это дадут на русском. И на русском включат акцию, в которой можно будет тоже многим получить халявного вольта. Ну и надеюсь, они сделают на космо тоже нормальные плюхи. Так, поехали, попробуем на ком-то поменять. Давайте с таких героев. Ну, на ком мы будем первым? Давайте посмотрим, у кого там есть нормально созвездий. Так, вот здесь есть, да, берем карту. И жмакаем вот так вот. И вот что имеем. Вот так вот, такая прибавка. Четверка, пятерка падает. Ну, в принципе, нормально. Ну, опять же, мы не словили бонус, потому что там надо как минимум 6, а потом 7, а потом 8 для следующего бонуса. Вот так вот. То есть придется ролить. Я показывал уже, за самоцветы падает довольно-таки неплохо. То есть изначально на каждого героя вам придется потратить вот, порядка. А потом... Кстати, о созвездии я не смогу ролить у тех героев, которых у меня нет, поэтому мне придется еще часть героев перекачивать. Вот даже так. Для того, чтобы поролить созвездие. По-моему, да, я не смогу. Надо будет... Воу-воу-воу. Отлично. Нормальные видосы у нас. То есть, героев, которых у меня нет, мне придется, к сожалению... Нормас пойдет. Ставьте лайк, кому нравится. Дрелька. Придется открывать и перекачивать. Ради силы той же самой. Вот так вот. Такс. Окей. С этим мы разобрались. То есть неплохой такой бонус. Я считаю. Подгон. Там коробочка. Книжечки. За один самоцвет. Давайте посмотрим сейчас на других серверах. Так. Русский, понятно. Там ничего еще не добавили. Давайте на Испанию забежим, глянем. У нас на Испании есть. Здесь коллекционер. Довольно-таки неплохой коллекционер. Получше все-таки, чем на русском сервере. Апдейта здесь не было, насколько я понял. И здесь халявы тоже. Тоже нет. Так, хорошо. Идем на немку посмотрим. Какую здесь халяву дадут. Было бы, конечно, круто, если бы на русском сервере дали тоже. Так, ну это я вам показывал. Здесь обновились акции. Пират. Пират еще идет. Плохо начали давать. Так, что есть у нас еще интересного? О, ничего себе, посмотрите, какая халява с третьей картой. Неплохо, неплохо. Хорошая халява на немке. Еще одна. Сразу же третью карту дают. У нас места не хватает, чтобы ее открыть. Сейчас позабираю плюхи.
Посмотрим, что мы там получим с этих карт. Да блин, делаем вот так вот. Чем мы паримся? Самики забираем. Ну это еще халява. Такс. Самое сейчас откроем. Ну, давайте по порядку пооткрываем. Давайте первую. Чик. Варлок. Ну, как вариант. Почему бы и нет. Воу, Фрэнки. Еще лучше. А тут у нас упадет Седнушка. Ну, я считаю, это реально для начального аккаунта, блин, таких героев достать, это реально круто. Так, что у нас еще есть? Дали какой-то бонус нам. Здесь оккультист. Нету, здесь не было апдейта, она дала обновить. Так. Это же акция. Ладно. С немкой закончили. Поехали дальше, посмотрим. Ну, в общем, на немке тоже за один самоцвет очень крутая халява. Я считаю, довольно-таки неплохая. Такс. Дальше смотрим. Это кто у нас тут? Это Франция. Ну, на Франции остров этот. Ну, на английском, если дали, то по идее эту акцию должны дать и на других серверах. Так, это понятно. Именно акцию, где можно словить халявного вольта. О, ничего себе. Неплохие плюхи такие. Это императорский. Это затраты, по-моему, если не ошибаюсь. Да. Атрибуты. Да, здесь нету этой акции, зато здесь есть фонтан. Так, а что здесь? Здесь ничего нету. Короче, такое, здесь ничего интересного сегодня нет, зато есть один осколок зефирки. Хорошо, поехали на Португалию еще глянем. И на два сервера остальных, это Индонезия, интересно посмотреть, и интересно посмотреть еще на арабский сервер. Ну, на немка, короче, пока все ожидания превосходят. Сейчас мы тут быстренько посмотрим просто акции, они повторяются. Да, здесь нету ничего такого интересного. Это что-то интересное, мы глянем, что за акция. Это за покупку. Короче, на каждом сервере свои акции интересные есть, но это все донатные. Понятно. 15 по 16. Кстати, давно уже не было бога грома. Поехали посмотрим на Индонезию еще. Что у нас интересного на Индонезии есть по акциям. Так, карты и этот, понятно. Так, а тут у нас ничего не поменялось. Ну, зефирку, как видите, уже за 400 баксов можно гарантированно получить. Еще сбегаем на
арабский сервер. Но пока, как видите, крутая халява на английском сервере. Посмотрим, что нам дадут на русском сервере. Дадут ли эту халяву за один самоцвет. Интересно, интересно. Такс. Вот тут понятно все. А, вот смотрите, а здесь такая халява. 250 самоцветов дали. Кстати, на арабском сервере очень часто халявы за один сам дают. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Так, это, по-моему, не оно. Там за 1400 самоцветов должно быть. Это не она. Это не эта акция. Это что-то тоже. Будем надеяться, что завтра на русском сервере выйдет обновление и дадут такие же плюхи, как и на остальным серверам. Все, всем удачи, всем пока.